Это команда с амбициями, команда, которая будет бороться за плей-офф, я думаю, и в этом сезоне. По крайней мере, задачи такие поставлены. И посмотрим, что нам покажет сегодняшняя игра. Это первое удаление в матче. Решать Дмитрий сезона сумел, скорее, его с самого «Динамовца» выдвинули. Это столкновение, после которого не стоял на ногах Яковлев. Горняков отважился на бросок. Гол! Вот вам, пожалуйста, за 3 секунды до удаленного Горшкова. «Динамо» забрасывает первую шайбу в 9-м сезоне. «Москвичи» впереди 1-0 благодаря голу Горовикова в большинстве. Ух ты! Вчера мы видели подобные курьезы от голкиперов. Целых 3 штуки мы вчера увидели. Совсем чуть-чуть хватило. Но зато уверенно зону закрыл Баранцев, который в касании отыгрывает шайбу на Рыбакова. Баранцев! Ловит шайбу на Али. Пусть с проблемами, но тем не менее. Сегодня Джонатан. Я обратил внимание, ну, конечно же, у него же недавно был перелом части, какой моментище! Да, отскочили сейчас хозяева, но вот, так и «Динамо» не исчерпало себя полностью. Вот зато сейчас Джонатан Блум как раз-таки спас свои ворота, он успел. И причем оба момента носили в себе достаточно опасный характер. И вот еще один. «Динамовцы» бросает выбросить шайбу на пятачок. Попали на смене. Воронин! Шайба где? Шайба в воротах. 1-1. Адмирал сумел отыграться. Воронин оставляет нападающего уже вратарю. Ну, это совершенно правильная ситуация. Все накладывает свой отпечаток. И уже Адмирал с хорошим настроением бежит в очередную атаку. Кузнецов голову поднял. Бросил, шайба проходит мимо ворот. Сигарев, Кузнецов. Справиться тяжело, очень маневренный хоккеист Алексей Сопин. А Нацан напротив, очень тяжеловато. Наброс от Робинсона и побежали доедать шайбу Шипов и Карпов. Весьма техничный игрок. Шайба на три. Карпов сместился в центр, отлично сыграл Карпов. Сыграл Малинов. Вот команда действительно. Ну, еще раз пронаблюдаем эту ситуацию. Вот оно, смещение в центр. Добавил сейчас резкости этой атаки Максим Казаков. А это уже движение «Динамо» в формате 2-2. Так, а здесь что, судья? Судья разводит руки в стороны. Дошли, бросили. Сейчас же они и карусели крутят, и набрасывают, и закрывают вратаря. Но сейчас «Динамовцы» атакуют. Карсонс 2-1. 2-1. Тарасов все-таки забросил свою шайбу. Даниил Тарасов оказался первым на добивании. Если в предыдущей ситуации сам бросил и сам добил, но шайбу не засчитали, то в этой ситуации после наброса Мартинша Карсонса. Сегодня, знаешь, вот это вот сочетание не выделяется командным действием, что очень часто мы демонстрируем на предсезонных турнирах. Как-то все порознь. А вот эта атака с численным перевесом. Бросок! Гол! 2-2 за 2 минуты 26 секунд до второго перерыва. Союзтова нам подарок. Но бросал не Союзтов, бросал в праворуки нападающий. Это точно. Да, по-моему, это был как раз Алексей. Баранцев разрядил обстановку. А здесь нужно бежать Ильину. Потому как бежит Сопин. Передача под бросок. Гол! Семен Кокуев. Московская «Динамо». Нам, и пока разворачивался, Сопин уже был далеко. Потолкались из этой толкотни победителями выше «Динамо». Терещенко, бросок! Фантастический сейв Налимова. Но нужно ногу сейчас жестче поставить и защитникам помочь своему голкиперу. А защитники сейчас, кстати, и помогли Ивану Налимову, потому что уже, казалось бы, Мартин Шкарсус и Алексей Терещенко продавили щитки Ивана Налимова, и шайба, казалось бы, уже сейчас должна зайти за ленточку, но этого не произошло. В том числе вот Максим Маков бросили 4-ю шайбу, то вопрос о победителе, ну, если не снят, то, по крайней мере, с большой долей вероятности можно было поговорить. Так, Адмирал забивает 3-ю, 3-3. Артем Зимчонок. Невский призывает
своих парней продолжать в том же духе. Опять отличная работа на чужом пятачке. Располагался там Егор Яковлев. Смысла, но отбросил шайбу сильно. Горовиков. Вот ситуацию отбирала! Вот ситуацию отбирала! Ай-яй-яй! Не... Ворот. На самом деле, я думаю, болельщики сейчас получают огромное удовольствие. Вторую шайбу в матче московского «Динамо» забросил Тарасов. Играет ход. Опа! И какой красивый Опа! Гол! На вираже поймал он. Воздушно среагировал просто великолепно. Александр Рыбаков приглашается в центр. Рыбаков, но все равно позволяет ему забросить, чтобы продолжать перестрелку. А ну-ка. Лазуш хорош. Два броска он собрал в послематчевой серии. Ну а Иван Налимов не сумел выручить. Встречу, друзья, сегодня с вами посмотрели.